Активисты Одинцовского отделения «Единой России» провели профилактическую акцию «Засветись» вместе с инспекторами ГИБДД. Они раздавали пешеходам световозвращающие браслеты и напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения. В зимнее время на улице темнеет раньше, и пешеходы становятся менее заметными на дороге, сказала исполнительный секретарь местного отделения Лариса Белоусова. Использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток необходимо и взрослым, и детям.